Конечно. Ой, там сколько. Ай, больно! Больно. Ну-ка загоняй. Побежали. Ай! Вставай. Вставай, давай, сама вставай. Молодец. Молодец. Мышку за мышкой так побежала быстро. Так за мышку хочет поймать. А? Вставай. Так. А мышка сюда убежала, смотри, ну-ка поворачивай. Ой-ой-ой, попалась мышка, больно. Ну, видишь, это называется игра кошки-мышки. Так, сейчас мы с тобой оденем другую ножку, получим ловить мышку. Это научилось, да? Это научилось. Умеет, оказывается, да. Ой, куда падаешь? Стой, стой, стой. Ну что, так, иди сюда, давай ботинок будем чистить. Давай его будем чистить. Давайте сама почищу. Сама почищу. Как следует. Ага. Ну я проверю. Как на коньках, да? Во, здорово! О, вот это здорово! Ну, пап, умеешь так делать, да? Ну, сейчас посмотрим. Это отличное упражнение на равновесие, знаешь? Uh-huh. Они в игре забывают про все. Опа, смотри. Опа! Ну, молодец! Ну, о! Все, вставай. Давай сюда руку. Ой, куда? Ну, и как с ногами? Нет, ногу обратно сюда. Обратно. Вот рядышком ставь. Рядышком. Теперь вставай. Вот теперь вставай. О, хорошо. А мы будем тебе на голке? Сейчас пойдем. Сейчас должен лежать я. Можно палочку попасть, чтобы легче было? Нет. Мы будем учиться. Без палочек, чтобы... Нет, пока не сильно. Нет, солнышко, мы же договорились. Нет, значит нет. Сейчас, Соня, смотри с Валерием Сергеевичем, надо будет сейчас...
Ура! Молодец! Куда заехал? Иди сюда. Ага. Ой, вставай. Побежали сюда. Побежали за мной, побежали. Я вот так. Вот ты на месте, поэтому бежишь. А смотри, как я ножки ставил. Я вот так вот. Ёлочки, да. Лыжи уезжают назад, да? Главное, разводи пяточку. Разводи, проводи пяточку. Да. Вот, еще. Вот так, еще. Вот, держи домиком, держи. Еще пошире немножечко. Вот, видишь, смотри. Только не пересекай носочки. Видишь, лучше.